Главное скаковое событие года собрало тысячи людей. За конными баталиями следили глава региона, председатель законодательного собрания края, вице-губернаторы. В этот день состоялось 8 заездов. Победителем главной гонки стал жеребец по кличке Ролекс Ах. Его жокей из Курганинского района получил из рук губернатора главную награду. В этот день наездники боролись и за приз законодательного собрания края. Победителей поздравил глава региона Вениамин Кондратьев и спикер кубанского парламента Владимир Бекетов. Мы делаем все, чтобы конный спорт на Кубани был по-настоящему популярным, массовым и доступным. Сегодня создаются условия для занятия в конных спортивных школах. И в них сегодня занимается уже около 1000 кубанских мальчишек и девчонок. У нас создаются тренировочные базы. У нас замечательные наездники и тренер. Мы делаем все, чтобы Кубань стала ведущим центром коневодства в России и конного спорта. В мае 2005 года законодательное собрание края приняло постановление о поддержке развития чистокровного конезаводства на территории Краснодарского края и учредили соответствующий приз. За эти годы у нас появились новые конюшни, новые замечательные конзаводы, много стало частных владельцев, много лошадей стало на дорожках ипподрома, и вам, нам, всем здесь присутствующим очень интересно стало смотреть на эти соревнования. Скачки переурочили к предстоящему юбилею 80-летию Краснодарского края. Эта тема легла и в основу театрализованной постановки. Для зрителей выступили лучшие творческие коллективы города, и уже по традиции прошел конкурс дамских шляпок.